Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 35. В первом куске 14 метров 60 сантиметров материи, а во втором в 3 раза больше. Сколько материи в обоих кусках? Насколько второй кусок длиннее первого? Первым действием мы найдем, сколько материи во втором куске. Для этого мы 14 метров 60 сантиметров умножим на 3. 14 метров – это 1400 сантиметров. Добавим 60 – получится 1460 сантиметров. Умножим на 3. При умножении 1460 на 3 мы получим 4380 сантиметров. Это 43 метра 80 сантиметров. Отделяем два знака, так как в одном метре 100 сантиметров. Второе действие. Мы узнаем, насколько материи в обоих кусках всего. 14 метров 60 сантиметров. Прибавляем 43 метра 80 сантиметров. Складываем метры, получаем 57. Складываем сантиметры, получаем 140. 140 сантиметров переведем в метры. 140 сантиметров – это 1 метр и 40 сантиметров. Добавим к 57 метрам и получим 58 метров 40 сантиметров. Третье действие. Найдем, насколько второй кусок материи длиннее первого куска. 43 метра 80 сантиметров. Отнимем 14 метров 60 сантиметров. Отнимаем метры. 43 минус 14 – это 29. Отнимаем сантиметры. 80 минус 60 – это 20. Ответ. 58 метров 40 сантиметров материи в обоих кусках. На 29 метров 20 сантиметров второй кусок материи больше первого. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.